Добрый день, дорогие друзья, приветствую из экономики здравого смысла, с вами Ярослав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, и мы начинаем. Сегодня тема «Магазинам в Беларуси становится тесно». Это история о двух торговых сетях. Две торговые сети принадлежали двум важным, большим бизнесменам с большими подвязками, большими связями. Речь идет о Виталюре и Санта. И первое, и второе – это магазины розничной торговли, в которых они продавали свою продукцию, они конкурировали, как могли, как им разрешали, но тем не менее два проекта не последних в Беларуси людей, которые знают, как выбиваются лицензии, как работают системы разрешения, и, понятное дело, они были и первой, и второй людьми, которые стопроцентно проявляли лояльность к политическому руководству страны. И вот Виталюр решил почти 90% своих магазинов отдать в аренду Санта. Был Виталюр, станет Санта. Что же происходит? Почему Виталюр, который имел достаточно амбициозные планы, и еще в 2020-2021 году расширялся, десятками открывал новые магазины, понятное дело, розница это хороший бизнес, и вот смотрите, что-то случилось в 2022 году, что Виталюр решил пойти по другому пути, практически полностью уступив рынок для Санта. Санта – это тоже известный брестский бизнес, это тоже сеть, она работает агрессивно, активно, и, я так полагаю, тоже не без участия, не без протекции со стороны политического руководства и тех генералов, которые ее представляют. Но на самом деле, друзья, это история о том, как вы можете всю жизнь в белорусском госплане, в белорусском военном коммунизме выстраивать бизнес, иметь лицензии, иметь все разрешения, кормить кого надо, и в конце концов, когда у вас бизнес будет готов, он будет уже не ваш, он будет уже чужой. Пока это Санта, но Санта это тоже не тот человек, который его представляет формально. К каждому большому бизнесу такого рода, конечно же, есть и другие, теневые, там, молчаливые стейкхолдеры, стокхолдеры, акционеры, которые всем, друзья, и заправляют. Для того, чтобы работать на рынке розницы, большой розницы в Беларуси, надо особые правила, особые условия. Думаете, Евроопт стал, потому что он стал вот таким белорусским Walmart'ом? Конечно же, нет, или Whole Foods, да, или Tesco. Это просто особый режим номенклатурно-силового присутствия на рынке розничных продаж. И вот, пожалуйста, тебе Евроопт такой большой и крутой, якобы. То же самое было с Короной. И вот когда Виталюр и многие другие компании имеют какую-то золотую жилу, либо это импорт и производство сигарет, либо это импорт и производство и продажа рыбных изделий, рыбы и морепродуктов, а это золотая жила, потому что это, по сути дела, олигополизация рынка Беларуси. На этом можно заработать деньги, и потом такого рода люди, которые думают, что вот они такие крутые заработали на рыбе, на табаке, на алкоголе, на металлах деньги, и вот они уже почувствовали себя бизнесменами, и нужно что-то развивать. И вот они решили развивать розницу. Розница хорошая, рентабельная, на рознице можно много всего там наварить, и изделия свои продавать, да и, собственно, хорошие магазины, это всегда хорошо для потребителей. И вот смотрите, во что заканчивается эпопея. Когда становится на рынке тесно, когда падает покупательная способность людей, когда невозможно заводить товары, те, которые нужны людям, потому что есть санкционные ограничения и другие барьеры, тогда, понятное дело, приходится выкидывать из рынка даже своих. И те бизнесы, которые имеют старые крыши, старые связи, они проигрывают более молодым, наглым, которые имеют просто другой состав крышевиков, силовиков и помогаторов со стороны органов власти. Так случилось в конфликте, в споре между Виталюром и Санта. Для того, чтобы не обозначать это как вражеский захват активов, для того, чтобы не обозначать, что идет какой-то передел рынка, все договорились, вот аренда магазинов, там собственник Виталюра будет получать какие-то деньги, формально он будет присутствовать на рынке, друзья, но как только вот Санта, Евроопт и другие короли в белорусской рознице захотят получить больше, они, безусловно, съедят с потрохами Виталюр.
Есть, конечно, еще одна сеть, за которую, в общем-то, охотятся и на которую претендуют тузы или короли, или бароны-грабители белорусского рынка розницы. Это Белкоопсоюз. Там много магазинов, там много всего. Это бесхозный актив, бесхозный, потому что принадлежит формально государству и там разным организациям, которым так или иначе он подчиняется. И вот они будут деребанить этот актив для того, чтобы в конце концов расширить свои сети. Но если вы думаете, что Санта, Евроопт, Корона – это вот навсегда, то вы ошибаетесь, потому что эти бизнесы, по сути дела, построены при помощи административного силового ресурса. Там очень мало потребительского выбора, потому что это, по сути дела, режим создания олигополий, и которыми управляет одна семья – ЗАО «Беларусь». А это не выбор белорусов, это выбор номенклатурно-силовых начальников, генералов, которые делали ставку на силу, а не на любовь, на уважение потребителя. И каждый проект такого рода обречен на провал. Когда будет свободный рынок, когда будет свободная Беларусь, шансы на удержание вот такого между собойчика олигополистов на рознице минимальны. Так что те, которые сегодня думают, что Витальюр исчез, а Санта появилась, и это выбор потребителя, пусть снимут розовые очки и пусть поймут, что в Беларуси на рынке розницы идет активный передел. Друзья, спасибо большое за ваше внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине!